Здравствуйте, дамы и господа, баронеты и баронессы. Прям, знаете, зла не хватает, снимала-снимала, в итоге, значит, мне ничего не снялось. Так, пришли вот такие сережки. Продавец, значит, упаковывает просто в такую следу. Естественно, они погнулись. Стоили они 9 евро. Ну, там какие-то у меня скидки были. И, в общем, вот в итоге, значит, вот так вот. Я это напишу, смотрите, что это такое. Дело в чем? Дело в том, что если вы посмотрите мой плейлист «Дзэндзинь. Великий китайский шопинг», я показывала там вам заколки с цирконием. Вроде все хорошо сделано, но у меня, так как металл хрупкий, у меня крылышки отвалились от заколки крабика. Вот так вот оно вам качество. Здесь вот интересно, я буду поправлять, они у меня не отвалятся. Так-то, конечно, красивые сережки. Я еще смотрела, что они хорошо закреплены, вроде бы как. Я еще под лупой посмотрю. Вот так вот. В общем, такие вот красивые морские коньки. Вот. Ну, естественно, отметим. Отзывы-то хорошие были, но вот это вот мне не нравится. Если я выправлю, они, интересно, у меня не это, не отвалится. Красивые, конечно, морские коньки. Есть еще морские коньки, но не цветные, а, знаете, такие чисто белые, все в стразах белых. За 13 евро, по-моему. Так, потом еще покажу вам. Надеюсь, это все у меня запишется. Это было в таком вот мешочке, отрезала я. В таком вот. К нему еще был вот такой вот мешочек. Здесь вкладываете и довозите, но не знаю. Так, и по морской теме, значит, кто дайвингом интересуется, вот пришла такая вещь. Ну, тут здесь у нас так закрепляется. Ну, это написали, типа, для крепитель для камер. Видите, чтоб мало ли что из рук не выпало, как бы присоединяете к чему хотите. Вот, видите, два крючка. И как бы мало ли, чтоб у вас из рук не выпало и на дно не упало. Извините, дно бывает очень такое, знаете, глубокое. И 40 метров, и 30, и по второму разу вы опускаться не будете. Дело-то в этом. В общем, для этого я для шнорхинга купила и для дайвинга. Тут можно присоединить к бретельке, значит, бюстгальтера, купальника, понимаете? Или к руке. А другой, видите, камеры. Ну, не знаю, там, в общем, разберемся мы. Видите? Ну, на картинке написали, типа, камеру. Вот, здесь она так крепится. В общем, такая вот морская тема. Так, еще я заказала, должны были прийти два пузырька, наверное, скоро придут, от запотевания маски. В общем, там выложен какой-то поролончик. Написано, что наливаешь воду, и, соответственно, вот эта губка, она пропитана каким-то веществом, и вода становится пропитана вот этим веществом, который в губке, и типа брызгаешь, и все нормально. Не знаю, посмотрим. Ну, по старинке люди плюют в маску и растирают. Мы по новинке, значит, покупаем. Знаете, что, в принципе, помогает еще, чтобы маска не запотевала? Наливаете, значит, маленький пузырек фэри. Или растворяете фэри в воде. И вот этой смесью смазываете, потом промываете. Он тоже помогает. Вот. Всем до свидания. Такое короткое видео. Разберусь я с серьгами. В Инстаграм выложу пост и напишу там, как выпрямилась, не выпрямилась. Всем пока!